Итак, друзья, сегодня 2 января. Мы решили выбраться за город, побродить по лесу, съездим в район Верхнего Перевала, там есть озеро. Попробуем забурить лунку, посмотрим толщину льда. Дети пошастают по снегу. Вот. Короче, надо время как-то потратить. Вот сегодня потратим его на природе. Мост через реку Бикин. Сейчас пойдем посмотрим, что видно с моста. Речка во льду. Ага. Так, давай, 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 давай. Давай. Так, выкручивай, выкручивай. Так. Так. Стоп, стой, 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 стой. Прямо. Давай, стой. Да не ори ты, ёлки. Вот так прямо, давай. Руль прямо сделай. Еще чуть. Хорош. Стой, Серег, ты реально все. Не, ну и пойдет, вот так и пойдет. Толканем чуть, да и все. Короче, затея у нас была машину убрать с дороги. В лес мы так не собирались заезжать, на самом деле. Если кто думал, что мы там прям будем буксовать по сугробам. На Рио такой номер не пройдет. По сугробам не поедешь особо на ней. Продолжаем движение к озеру. Для тех, кто не знает, скажу, что если посмотреть спутниковые снимки, то вся поверхность вот этого района как бы так вот изрисована, как бы вот так ощущение, как будто кисточкой, такими узорами. Это за сотни лет река многократно меняла свое русло, как бы. И вот сейчас мы движемся к одной из частей старого русла, которая как бы по краям пересохло и как бы образовалось такое озеро. Вот если опять же смотреть спутниковые снимки, то в этом районе очень много таких вот озер с причудливыми формами в виде змейки, всяких галочек, внешне напоминающих птичек. Вот, и вот мы сейчас к этому озеру идем. Идти здесь недалеко, порядка 300 метров от дороги. Сейчас пройдем, посмотрим. Ну вот, собственно, озеро. Под видео я покажу ссылочку на его местоположение. И вот, смотрите, вот сейчас картинку, как оно выглядит со спутникового снимка. В действительности оно выглядит вот таким вот образом.
Вот, лед не толстый, да? Сантиметров. Женя, отойди, а то снимай. Снег сыпь, Жень. Поднимай варежку. Ну-ка, погоди-ка, стой. Хочу посмотреть, как она. Это вековой лед здесь вот. Так, ну давай дальше. А все уже. Нет, еще не все. Все. А, здесь все. Пойдем, отходим. Это вода коричневая, мне так кажется. Надо снег расчистить. Федор, ты помнишь как? Примерно, да. Бурим третью лунку. Это секрет, да? Почему мы, зачем мы три делаем? Почему? А в какую мы камеру будем пихать? Готово. Че, где? Ну так и идти по краю. Да. Подожди, Женя. Это обыкновенная зимняя удочка. Я сама хочу тоже. А ты воды хочешь, да? Ну а что сделаешь-то? А зачем ты так разматываешь ее? Ну как, для того, чтобы. А наживка? Там уже есть наживка? Нет, плавок на сантиметр был в воде. Вот так вот. Примерно. Клюет уже, что ли? Да ну. Кто там клюет? Там еще червячка нету. А я что? Вот мы насаживаем червячка. Червяков. А где ты брал червяков зимой? Под снегом они сразу под снегом лежат. Ты сапогом разгребаешь? Да, разгребки со снегом. Разгребаешь, тут там под снегом чуть-чуть земли, а там черви с валом. Вот, пожалуйста. Процесс, очень зима, чуть-чуть, ну ничего. Сейчас посмотрим, что она будет. О. Ну что, а в чё, о, клевала? Тишина, нет. Обтряхивайтесь от снега. Вот, друзья, и у нас первая добыча. Давай крупным планом, Лёх. Это щука дальневосточная, да? На снег, Лёх. На снег, давай, я ничего не вижу, Лёх. Давай. Покажи мне рыбу скорей. Правильное название рыбы этой. Потому что я перепутал ее с щукой, Лёх. Гальянчик. Да тихо ты, это гальян, дай сниму крупным планом. Это гальян, да? Да. Нормально. Сейчас мы опустим в камеру, в лунку экшен камеру и попробуем снять подводный мир. Двигается немного, двигается. Двигается где?
Дедушка поймал рыбу. Ну, губой. Губой аккуратненько за край берешь ее. Жень, снимай перчатки. Я же тебе сказал, сними перчатки. Сейчас я помогу тебе, сейчас. Ты поймал рыбу? Молодец. О, разошлись. Ой, снова две. Такие там маленькие. Женя, ты не уходи, сейчас тебя опять будет клевать. Женька, клюет у тебя. Леш, ты имеешь в виду гальяна в воде живот? Это вытаскивай. Тяни, тяни. О, убежала рыбка. Милка, ну ты на 100% не смоешь. Идет? Нет, сейчас. Отпусти. Нету. Сейчас отцепим. Не поймалась рыбка в этот раз. Ничего страшного, сейчас поймается. Так, отдайте мне червяка, пожалуйста. Смотрите, друзья, вот так. Вертикально поднимай. Ты быстрее надо, что ты как этот. Это ложная тревога была. Там нету ее. У меня же. Она ушла, потому что. Что, Жека, поймал? Да. Рота! Карась! Все, Женя, его надо целовать в губы надо. Фу. Иначе больше не поймаешь. Девушка, снимешь? Да. Надо лежать. Вот это рыбалка, Алеша, я понимаю. Алеша говорит, не будет клевать. А ты, ну глянь, на какой из крючков ну поймалась. На тот, на который у тебя до этого поймалась или нет? Я не знаю. Ага. Ну, видишь, здесь крючок торчит. Ну, поправляй. Чтоб жало крючка не было видно. Ротан. Вот, смотри, какой красивый. Снимай его, видишь? Какой? Ну такой жирненький попался. Ну-ка, что он тебе говорит? Так, а что-то мне кажется, это все засыпется снегом. Эти все штуки. Я ловил еще крупнее, чем мы. У меня ничего не поймалось. Короче, если не поймается, привяжем веревки к моей. Снимай, снимай, потом все что вырежем лишнее. Так, идет поклевочка, ребята. Поклевочка, раз! Хова! Ушел! Ушел, осетр был, но у меня там по-любому огромный. Сейчас еще ловим. Не, надо записать, чтобы я поймал, потому что иначе кажется, что мы туристы, а не рыбаки. Да ты быстрее доставай, чё ж ты так медленно? Серега, там подсечь его надо изначально. А подсечка резкой делает. А потом уже поднимаешь. Когда подсекаешь, тогда слышно, есть он там или нет. Опа-на! Вот это да! Давай, Майя, покажем. Смотри, какой червячок. Осторожно, крючки. Видишь крючки? Подожди, а там же где-то... Без этого поборок. Так, смотри, я покажу тебе. Вот так держишь рыбу? Давай, держи ее рукой. Вот так держи ее. И вот так сильнее зажми ее. Вот так. И вот так вот. Раз. Ух, заглотил как красиво. Все. Ой, хватай ее. Вон туда ее рядом положи. Теперь поймали. Смотри. Сними. Смотри, забрасываем еще. Не, отойди в сторонку. Мила, отойди в сторонку чуть-чуть. Забрасываем. И поймал. Молодец. Так, опускаем. Он передумал клевать. Слушай, тяжело идет. На килограмма на два, наверное. Оп. Я сама ее возьму. Женя, иди на поправляй. Руки будут. Потом склизкие. Женя. Похоже, ушло. У меня клевало что-то огромное такое прямо. И видно, аж волна шла с лунки, да? Да. Сейчас вот
Ты снимаешь, нет? Да, Мила, отойди. Друзья мои, у нас продолжается зимняя рыбалка. И сейчас я вот, смотрите, поймал какого огромного. Как он называется? Гальян? Гальянчика вот этого. Огромный. О! Сорвался карась огромный. Вот. Ну смотри, дергается же. Нет. Смотри, смотри, дергается, дергается. Все, вытаскивается. Когда пойдет вниз, дергай просто. Просто резко дергнула. Опускай еще, опускай. Все, 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 все. О, вот, видишь, все. Все, это значит, что в 2018 году тебя ждет успех. Хорошо, снимите мне ее. Как это? Снимай, бери. Я боюсь. Первая рыба губами снимается. Нет, я не буду. Я в детстве наткнулась на крючки. Наблюдать, видишь, мы тут с Милой ловим. Так, Нина поймала вторую рыбу в этом сезоне рыболовном. Короче, вторая особь по счету. Не, ну снимай, ты же настоящий рыбак. Все рыбаки. Нет, я не могу снять. Ну ладно, давай я сниму сейчас. Я ее не снимаю. Я так помогаю. Все, побежал. В этой. Она подсекает сразу резко. Ну это просто не наша рыба. Под колон. Да ё-моё. На зубку? Да. Я вот это вот так вот на хуй вложу. Больше, чем у меня? Да. Конечно. А то беспорядок. Весь. Он хочет змееголову поймать. А какого он размера? Опа-на! Кто снимает? Вы не снимете? Снимай. Я боюсь. Я боюсь. Удочку ложи на бок. Удочку ложи на бок. Рядом. Вот, берешь его. Да не съест он тебя, не бойся. Вот. Вон кольки, зараза. Сколько? Мила, Мила, Мила. Ну что, нету? Нет, ну он, видимо, не успел. Зайчик, скажи, крупный берет этот ротан, а наша поплавок так пляшет, а потом потянула. Ну, короче, на этом наша рыбалка подходит к концу. Давай его ну, подальше заснимем, чтобы он оказался больше. Огромным? Да. О, красавец.